Подъемник. Он я уже пометил на крышу снайпера. Вон дома. Дома, смотри. Я сейчас сделаю. Видишь, как это работает? О, видишь, лишний с крыши, сука. Петрину. Давай я помечу, не могу. Могу пометить, там стоит кто-то. Приказываю оборонять эту цель. Это наша актуальная цель. Да. Приказываю атаковать эту цель. Андрюха, ну дайте мне зачистить, ёбаный в рот, где наша арта? Блядь, сейчас подожди, долбоёбы, зайди нахуй. Ха-ха-ха, да ладно, чё? Кто там на зенитке у нас сидит? Мудак. Конкретно. Ну всё, теперь никто не будет. Сейчас там не мудак сидит, сейчас там король сидит. Ты мой гуру. Я ружу, просто. Мне нужен один танк и один вертолет. Куда ты как хотел? Они сейчас, я сейчас же летать никому не дам, они же начнут на меня заходить. А флаги? Вот, видишь, уже БТР едет, блядь. Начальник пришел. Я его раздел, какой я красавчик. О, машинка идет, нихуя себе, блядь. Это что за хуйня? Запад, от вашего местоположения похоже танк противника. А че он? О, там танки ездят, надо спаливать.
Давай метку, метку, метку. Так, где эта хуйня? Машинка на Д идет, Андрюх. Так, ты... Я отойду в туалет. На Г, на Д. Вон арта, где я арта, арта, на Д. Танки идут. Туда танки идут. И он работает. Он с нами? Почему его не слышит? Помогите, на меня БТР идет! Убили. БТР 50% на цешку пришел, выбить не было. Ой, бля. Дэй забирает. Саймон, ты что делаешь? Сейчас, все, я вернулся. Давай на Д, у нас Д забираю. Я так проебал. Вот, едем. Да тожму. Блять, уйди с дороги, дебил, блять. О, БТР. Блять, два танка у паровоза катаются, БТР не могут ушатать. О, ушатали. Ёбаный в рот, опять да забирают. Как? Вот он. О, вот он. Да чистите там нахуй наверху, ёпта. Зарежу, сука. БТР опять появился! ОГ! Да блять, да как так-то, блять, мазафака! Нас БТР угнали. Слушайте, Джен Чарли только что была потеряна. Атаковать эту цель. Скажем, только что
атаковать эту цель. Танки идут на Г, на Д. Бля, пиздец, ой, бля. На танке стороны F. Эй. Все убили. Еще один. Нет, на F. Охранять эту цель. Опа! 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 Что это было? Неужели зенитка у нас их нет? Так, помогите, помогите. Я по железке иду домой. Где ты? Я угнал у них зенитку! Все, все, я почти на Д. Андрюх, помоги тут зачистить начальник. А все его убили. Сейчас забираю. Нет, нет, забираю. Я сейчас на Б приду. Подожди. Андрюха, вон Пирс соскочил, начальник бежит, зачистил. Пирс, снизу, с третьей стороны. Ну вот самолета я имел в виду, я самолет выбил, и он спрыгнул. Ну что, я пошел там пизды давать на Б, да? Поехали. Атаковать эту цель. Давайте долбить его все вместе нахуй. Солдаты, атаковать эту цель. Андрюха, за тебя. Арту надо было взять. Они без зенитки. Они почти без зенитки. Там техи лазит много на бейна. Андрюха, что за хуйня? Что по мне долго? Помогайте Б забрать. Сзади, чтобы не появлялись у меня. Вот сзади никто не появлялся. Я сзади тебя стою. Наверху там это. Ну, смотри, чтобы сзади тебя никто не появился. Вон они, сверху бегают, на. Это как, откуда они все нахуй? Все.
Повезло ему, блядь. Я ему не напечатал. Какой танк ехал? Какой танк? Танк выбили там. Да нихуя, блядь, тут самолет мозги не бьет. Что за хуйня? Да, держи. А, ну это уже другой, который был. Лёда, выёбывался. Хочешь брать мне ничью жопу, блядь. Ну, та, самолёт, да. Нет? Эго тоже захуярил. Не выпрыгнул, даже не успел. Там танк за камнем, блядь. Танк сняли, да? Блять, опять Чарли забрали, только Чарли забрал. Я на зенитке. Ты там стой, стой, зенит. На вражеской зенитке. Вот, стой, охраняй. Ну, стой там на базе, отстреливай с базы. Так, пойду я Чарли заберу, что ли? На нахуй, не хочу питать, блядь. Нас дроп. Уже вижу дропача. Да сняли дропача. О, блядь, сколько дропа! Блядь, только что сабл. Что это, блядь? О, два было, я одного тоже снял. Нравится им, ребят. Точно самолет? Там хуйня какая-то стоит. Кажется, там это... БТР. О, Андрюх, тут у нас пехи бегают. Вот, на горе. Томми. Кто-то метит на Бшке. На горе. На Б, на горе там метит кто-то. Да, он и бегает, он с ученым. Да. Разбейте, кто на танке у нас? Кого разбить? Дом разбейте. А дом разбить? Где разбить дом? Да, вот куда я стреляю, туда. Вижу. Там пех сидит, он метит. Андрюха, ну я видел, он вниз спустился. Андрюха, я тебе говорю. Андрюха, нас АА забирает. Кто посадил Диму? Я туда пиздить. А, танк пришел на Б. На А. Кто там? Танк пришел? Да. Давай сейчас заебеним его вместе вдвоем. Блять, вниз. Мало осталось, 49% у него. О, ты меня обрадовал, блядь. Я думал, ты больше ему выбил. Он в зеленке, когда мы стреляли, он в зеленке был. Вот там наверху у них эта дропалка стоит. Подорвали нас.
первого летел. Метит, блядь. Ой. А там со стороны Б наверху, там эту рожалку. Нет, он там еще бегает. Добивайте, он еще живой, нахуй. Там пес прыгнул с вертолета. Пять! Уберите пека на горе! Все, меня подбили на. Тупой снайпер. Возле меня с РПГ хуярили, ставил гиблом щелкать. Сейчас он пришел его сзади просто зарезал нахуй. Порывы, блядь, пиздец. Ты че туда залез? Уйди оттуда на зенитке, тебя сейчас выбью. Ты туда не ходи, ты че? Саймон! Да. Куда залез? Они там везде бегают. Я все, я отступаю. Нас первый дроп на гэшку самолета. Андрюх. На Г дроп. Сейчас бежу, беру. Меня кто-то метит. А метит. Мне кто-то на Б метит. Я он добивает. Андрюх, я не пойму, мне кто-то на выше сверху метит что-то. Где танк стоит? Не ходи туда на зенитку, уйди, Саймон, ты чё? Я.
Где ты говоришь, на выше? Выше, на сверху. А, вот видно, дропы. О, метку кто-то дал. Ракета пошла. Так, я не успел. Попал. 50% было выбито. Кого, танк? Да, там наверху танк, да. Ты давайте доебьем его. Поехали. Кто бета? Бета ты? Или танк? Да. Бетер выйдет, бетер выйдет. Короче, у нас тут пек лежит, метит всех. Слышь, Андрюх, я его убил, но здесь где-то рожалка стоит. Он сейчас будет опять появляться. Надо смотреть, где он появится. В небо смотрите. Я езжу на сверху на Бео. Должен петь. Вот этот пидор как раз снайпер. Я его убил. Он там пишет, пошел нахуй, блять, хакеры, блять. Играть научись, напиши. Напишите на английском. Танк идет на Б. Ракета пошла на танк, метка есть. Я тоже. Все, ништяк. Все, одна. Ракета пошла. Андрюха, ты за меня напиши там, кто там на английском? Сейчас напишем, сейчас напишем. Пусть играть научится, нахуй. Что, блядь? Крыса, блядь, сидит, лежит, тут метит, нахуй. Ракета пошла, что нет. Видел, какой у него вентилятор отлетел? Как у Карла, как у этого, Карлос, блядь. Штанишки с вентилятором. Я видел, я корову почти выбил. Убили пеха, нет? Мне опять кто-то метит, что-то не пойму. Откуда выстрел был? Вон он, пометил, за тебя сбоку. Я вижу. Сейчас я его подпрежу. Вон там далеко на высоте. Блядь, он туда нахуй. Ну, сука, я ж тебя сейчас доебу, урод, сука, ты же у меня летать не будешь. Саймон, у тебя еще зенитка есть? Да, да, да. Все, сейчас будем на переключимся на самолет. Там она Б, пех бегает, Андрюха, зачисти его. Он сейчас метить будет. У нас с нашей стороны на горе тоже пех лежит, метит. На бейс зачистить надо. Так, вот этого пидораста. Что он там пишет? Че он доебался нахуй, уебок, блядь? Андрюха! Я же тебя просил пехов зачистить. Хуйню занимаешься, иди сюда. Иди вон сюда, они. Я тебя найду. Вон они лежат. Иди сюда, иди ко мне. Вон. Спасите меня! Я же тебе сказал, что ты туда полез. Вон там еще рожалка стоит. Вот где летишь, от тебя слева. Про него вон я... еще один уебок лежит. Там я одного. О, меня перекинул.
Нет? Нет? Андрюха! Что, нервничаешь? Так, блядь. Пишет дома. Андрюх, меня кто-то пиздит. Пойму, кто-то пиздит. Как бы тебе пришел, помогите. Да, на риски у нас ездит. Сейчас на Д поехал, на Д поехал. Видите, мне зачистите его нахуй. Сейчас мы их всех нагнем. Пойдем. Вот так не хотели летать нахуй. Пою это, оставь Спасибо, Димон. Всё. Ну, то, что ты написал. Я написал, что не читер. Ну, я понял, что ты написал. Говорю, спасибо, что написал. Ой, блядь. Нас все точки забрали, Андрюх. Да ну нахуй, там пришел. Сейчас я его приманю. Пусть я его приманю. А, не успел его приманить. Сука, умный оказался. По снарядам ебаш рядом. Я... Не надо было снаряд трогать, это мои приманки. Как раз вот сегодня таких приманок. Вот Саймон, Саймон на это клюнул сегодня. Кто? Саймон на своей шкуре почувствовал сегодня. Да, блин. Он хуй-то откуда с Буркина Фасо там по этим колдобинам в танке, блядь. Вставал в разную сторону, блядь. Обрадовался, что мне сейчас пизды даст, да? Найти свою панаму, блядь. Ой, блядь. Пользователь подключился к вашему каналу. Здорово. Слева литва, ага. 12 литва. Кто-то попал ему. Я стрелю, я стрелю. Я эту точку Б забираю. О, что он делает такое? Так, я за вас перешел. Взял ДВ-то. Все, он уже полудохлый. Добивайтесь. Там танк пометили, блин, на F-ке.
Короче, на антивоздух слева. Цель права захвачена. Попу как раз. Так, поехали, уже. Поехали, бред. Вон, метку дал. Да. Пойдемся вокруг да около. Я не вижу. На самолет, по-моему. Нитка 50% выбил. Давай, достань. А он сам достанет. Давай, огонь. 2 секунды. Поздно. Поздно, нет? О, хорошо. Сейчас 2 секунды было, ты попал. Я был Давай, мальчик, всем. Давай. Пошпарил. Зень, осторожно, уёбывай. Вот ты еще достреляет по наводке, потому что я танк навёл. Я тоже стреляю по наводке есть, кто-то дал вам, а что-то оружие на танк. Встаем, а вот сейчас он здесь. Пеленка. Танк прям штук 7 сразу. Ставим последний. Шидо, указал на диджи танка. Проверяем, как ты идут. Диджи танка был выплачен. Вот танк как раз ваш сейчас видит. Танк еще один проверить. Его есть. Летай. Алло, да. Нет. Ну чуть-чуть осталось. Все, готов. Еще один. Вон танк поехал. Зеленый. Пошла. Держи. Осторожно, сейчас нам танк пришлет. Маневрируй, друг, не виси. Давай, сейчас. Не виси, Андрюха. Ага, молодец, хорошо вовремя. Андрюха на спех спрыгнул. Андрюха, на бету спрыгнул самолета. На дэшку спек спрыгнул самолета. Ты встал прям тут. А что делать? Я пошла. Где мы? Пленку. Вижу. Ударный приведу с базы. Метку вижу. А, он горит. Я предлагаю. Давай, полтора. Прыгнул. Он полетит один раз. Давай заберем эту туда. Андрюх, я же тебе сказал, на сейчас не прибежал. На А одного убил. Да они жестоко зажаты. Вот так надо резко держать и все, нарезку ходить. Сейчас ты убил. Знаешь, кто это? Правым крылом. Даже на зрение нападать. Да, по метку вижу. Пакет отправил.
Что ты плачешь? Ты 65 человек убил, маньяк. Ударник, да. Огонь. А нет, далековато. Огонь. Ах, далековато, блин. Ага, хорошо. Еще ударничек вижу. Видишь? Левее. Хорошо. А, далековато. Андрюха! Он сам. Пики лежат. Почему тут нельзя пить? Где? Да все, я убил его. Самолет прошел. Да, самолет прошел. Он убил самолет. А он разбился. Я убил его, не разбился он. Вот второй самолет убил. Метку дал на него. Отстрелили. Так это вторая пошла. Хорошо. Ударничек. Это называется на тупик. Так, Роу, давай, херачи. Ракета. В игре баланса вот все равно как не было, так и нету. Ну чтобы вот более-менее одинаковые команды, либо нас пиздят, либо мы пиздим, охуенно причем. Чтобы так, один к одному прям очень редко бывает. А, нет, уже не выходит, никуда не разбежались. Давай. Вижу метку. Он скинул или что там? Ударник на плане. Видите, ударник. Ударник отстрелян. Вот как ударник по щам, блядь. Нитка едет со стороны базы на их. Она едет на пешку. Какой смелый, да? РПГ так. Нет, да и прилетит. Нет, РПГ да пролетит. Он день увидел. Привет. Петр вижу и нам на А. Метку вижу. Не сажусь, не вижу. Ну это нахально было. Ну согласен. Это уже было сильно. Ну, убивать не хочешь. Знаешь, держание меняет. Да, танки, ну, лично. Танки нет у нас. Полтава танки. Вот они, ну,
Друг подключился к вашему каналу. Вас между танками А и Б. А и Б. А, как фанатите вы. Добрый день, товарищи. Здорово. 25% танка добивайте, что там. Добрый день, товарищи. Здорово, говорю. А можно не заходить. Зубы его, блядь, сидеть нахуй. Стерики, блядь, я сейчас же вижу. Ну, блять, у тебя тут бот, что ли? Teamspeak user, это ты? Это я, наверное, да. Да, просто двоится очень сильно. Танк. Не сейчас идти, тут просто двоится очень сильно. Иди. Ой, Сань, здорово! Идите в жопу. Так. Да я плохой человек. Блин. Закончил, да? Кончил. Кончил. Он не хотел в БТР погибать. Он целый причем. А что, Литл, помните, нет? Андрюх, TeamSpeak User, это кто? Ну, я... Давайте, мужики. У меня просто именно TeamSpeak User очень сильно двоится. Я как бы все голоса слышу от него еще. Ну как мне это сделать? Да. Что-то там надо понизить, повысить. Нет, тебе надо правой кнопкой мыши... Нет, подожди. Там вот галочки и на втором там галочки и а что мне пиздец запись каптур так мне сейчас есть смысл заходить. Друг отключился от вашего канала. Я вышел. Опа. Там народ разбежался. Легиончик. Да. О, Влад. Хайо, хай. Во. Алло, алло. Ты меня хуями кроешь? Хайо, хай, говорю. Здоров. Я говорю, учебу закончил, говорю. М? Учебу, говорю, закончил. Почему я должен был закончить в этом году? Да, закончил, да? Он только начал. А он только начал. Два годика. Ну что, на работу взяли? Какая работа? Мне еще два года учеба. Я думал, ты закончил уже. Так ты еще не начинал. Я на третьем курсе только.